самом сердце. Да, да, это сердце. Это так называемая спецвоенная операция. Я собрал коллектив и сказал, с сегодняшнего дня мы на подводной лодке. Мы можем рассчитывать только сами на себя. В течение 3 месяцев, вот 90 дней отсюда никто не выходил, включая меня. Вот так сегодня живет институт сердца. Все пациенты, персонал находятся в подвале. Бывают такие безнадежные больные, которые вот, наверное, выживают, потому что мы помолимся перед операцией. Скажем, Господи, помоги. Тут очень сложно. Сегодня без твоей помощи никак.